Здравствуйте, братья и сестры. Некоторое время назад вот мы посвятили разговору, многим встречам, разговору о Иоанне Предтече, пророке Предтече и Крестителе Господне. Я сегодня хотел бы несколько слов сказать о других пророках и в том ключе, в ключе такой особенности пророческого служения. Если вчитаться в библейское повествование, то иногда оторопь берет и поднимаются волосы на голове дыбом. Настолько не похоже на то, что ты себе представляешь изначально, содержится в библейских книгах. Господь общается с пророками, требует от них говорить нечто совершенно неприятное для слушателей, выходящее за рамки обычных представлений, и само поведение пророков выпадает за рамки обыденного. То есть они говорят непривычное и ведут себя очень непривычно. И это настолько выше всего того, что мы можем представить, что Библию читаешь иногда с огромным удивлением. Вот, например, пророк Иезекииль получает от Господа Бога удивительное повеление. «Сын человеческий, возьми кирпич и положи его пред собой, и начертай на нем город Иерусалим. А теперь возьми и сделай осаду против него». Ну, то есть как будто бы, вот, как дети играются в крепости, строят на берегу морском, или же играются в солдатиков, в танки, в разные из лего делают конструкторы. Вот сделай себе город на кирпиче, ляж против него, сделай в него осаду, расставь против него стенобитные машины, возьми себе железную доску и поставь между собою и между городом, и поверни на него лицо твое. И город будет в осаде, а ты осаждай его. Это будет знаменем дому Израилеву. Можете себе представить, человек взрослый занимается вот такими вещами перед глазами всех израильтян. А ты ложись на бок свой, на левый, и положи на этот левый бок беззаконие Израиля. По числу дней, которые ты будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие его. Господь Бог определил, оказывается, что грехи Израиля длились 390 дней, то есть лет. А Иезекииль должен был за день, день за год, лежать на левом боку лицом против этого игрушечного города и осаждать его. А потом, говорит Господь, перевернись на правый бок, 390 дней пролежавший на левом, повернись на правый бок и еще лежи против Иерусалима 40 дней за грехи Иуды, потому что Иуда грешил 40 лет против Господа Бога, и один день за один год будет лежать Иезекииль осаждать этот город. А воду, говорит Господь, будешь пить мерою, и хлеб тоже есть будешь там определенной мерой, и непростой будешь хлеб есть, но возьми себе там полбы, бобов, пшеницы, чечевицы, ячменя, всыпь в один сосуд, сделай себе хлебы, а печь их будешь на человеческом кале. Когда Иезекииль это услышал, он вот тут он воспротивился. Он говорит, я не ел никогда ни мертвечины, ни какого-нибудь скверного, запрещенного. Я не хочу, не могу есть такую скверную пищу. Господь говорит, ладно, будешь есть хлеб твой, печь его на коровьем помете. И будешь лежать вот 390 дней на левом боку перед этим городом, потом 40 дней на правом боку. Вы представляете себе сам характер такого пророчества? Это же не то, что там вышел человек с сияющими глазами, с огнедышащими устами, весь праведный, весь святой, все боятся его, и он вещает им, как это у Лермонтова, там, значит, провозглашать я стал любви, там, великие там речения, значит, нет. Нужно вот лечь на бок, неподвижно лежать против какого-то игрушечного города, хмурить на него брови, значит, отлеживать себе левый бок и есть хлеб, испеченный на коровьем помете, как милость, потому что иначе он должен был быть испечен на человеческом кале. Чрезвычайность грехов рождает чрезвычайность пророчества, то есть особенный вид, иначе просто не послушают. Это очень похоже на наших юродивых. Вот читаешь про юродивых, про Андрея Цареградского, про Максима Московского, потом про Николу Псковского, про Василия Блаженного, про Ксению Блаженную. Думаешь, откуда они взялись, зачем они так странно все делали? А вот оказывается, когда грехов становится очень много, когда грехи превышают всякую меру, а люди перестают слушать нормальные внятные слова, необычайность образа жизни рождает тогда внимание к человеку, и он, так привлекший их к себе, пытается разбудить их совесть, и Бог от него этого требует. Или другой пример. Иеремия. Говорит Господь Бог Иеремии, возьми себе узы, сделай, то есть повязки такие, ну, перевязь, как связали человека, и ярмо. Такое вот, как иго такое, на плечи, как на орющего вола или на животное другое. Возложи себе их на шею. И пошли такое же ярмо к царю Идумейскому, к царю Моавитскому, к царю сыновей Амонове, к царю Тира, Сидона, через послов, пришедших в Иерусалим, к Седекии, царю Иудейскому. И скажи им, что я, Господь Бог, скажи им, создал небо, землю, человека и животных.
и всю эту власть я отдаю царю Вавилонскому, Навуходоносору. И вы должны будете одеть это ярмо и служить царю Вавилонскому». Можете себе представить, царю приносят ярмо, говорит, одень его, потому что так сказал Иеремия, пророк, что ты будешь в ярме служить царю Вавилонскому. «Если вы будете служить царю Вавилонскому, — говорит Господь через Иеремию, — я вас помилую. А если вы будете воевать против него, восставать против него, я вас накажу. Значит, кто не будет служить царю Вавилонскому, тот будет погибать. Кто не преклонит вы и свои под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, — говорит, — голодом и язвою моровою, доколе не истреблю его рукою их». Вот вам пророчество. Трудно поверить. Иеремию вообще за эти все слова хотели убить. Его бросили в ров тинный, загнивший такой вонючий ров, в котором он должен был задохнуться и помереть от голода и прочих лишений. Потому что пророчество такое, понимаете, вот грехи были чрезвычайны, наказание Господь Бог определил, и так решил возвестить это наказание через пророка, который одел на себя этот навыник, ярмо, говорит, и вы на себя его оденьте, подарок такой прислал царям, и слушайте то, что я вам говорю, потому что вот будете рабами у царя Вавилонского. Богу так угодно. Даже воевать с ним не думайте. Потому что будете воевать, погибнете от мора, от голода, от меча. Есть о чем подумать? Есть. Разве в истории нашей не повторяются такие вещи? Кому хочет Господь, даст власть. Кому захочет, заберет. Хоть ты дергайся, хоть пищи, хоть запищись. Вот не будешь ты командовать, потому что Бог дал власть этому. А ты молчи, сиди, неси ярмо. Например, советская власть была. Вот 100% такая. Вот положил Господь ярмо советской власти на плечи всех, и хоть ты тресни, пока она не умрет своим чередом, не вырвешься. Вот она умерла, и ты вышел, как бы, и не делай из себя победителя, потому что не ты победил ее. Господь ее забрал, и ты вышел на свободу. А когда она была сильна, не мог ты воевать с ней, даже не мечтая об этом. Или вот еще последний уже так успеваем, Исаия, пророк. Господь говорит Исаии, сыну Амосову, «Пойди, сними вретище с чресл твоих, сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал. Ходил ногой и босой. 3 года Исаия ходил. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года, так поведет царь ассирийский пленников из Египта, переселенцев из Эфиопии, ногими, босыми, обнаженными чреслами в посрамление Египта. Для того, чтобы что-нибудь рассказать, нужно было на самом себе это показать. И вот Исаия 3 года ходит голый. И говорит, так говорит Господь, такими же голыми пойдут в плен те-то, те-то и те-то. Иеремия ходит в ярме и говорит, так-то и так-то в ярме будут ходить те-то, те-то и те-то. Иезекииль лежит на плече, там, на боку, ест хлеб на помете испеченный и говорит, значит, будет то-то, то-то и то-то. Не знаю, как вам, а мне, во-первых, это все очень удивительно, очень трепетно и страшно. И всякие розовые какие-то представления о Библии, как о книжке с такими с счастливыми предсказаниями и с сладкими словечками, как бы улетучиваются сразу. Настоящая жизнь – это есть, собственно, настоящая Библия. Она удивительно сложна, парадоксальна и превышает всякое воображение. Так что, братья и сестры, история церкви очень вписывается в библейскую канву, потому что в ней тоже есть масса вещей, плохо понимаемых вблизи, недомыслимых, глубоких, чудных, странных, кажущихся кому-то, с монашеством, со столпниками, с носящими вериги, там, с мучениками. Столько всего, что не поймешь. Откуда оно все взялось? Да вот же ж отсюда. Потому что дух Библии и дух Божий – это и есть дух истории, это и есть дух церковной жизни. Вот такие бывают пророки. Будем читать Писание внимательно, потому что нечто подобное и нас все это как бы касается. И если мы не видим сегодня таких пророков, это не значит, что голос, тогда прозвучавший, не должен оглашать нашего слуха. Доброй ночи, до встречи.